Ну что ж, всем привет, дорогие друзья, с вами Геймерков ТВ. Ну и сегодня я покажу, как установить читы на Hyte Online. Это все довольно-таки просто. Вот, создателя этого чита Лисок, как видите, этот человек и создатель. На него подписывайтесь, и он будет снимать видосы на скрипты Hyte Online. Хотя с ним я не связывался, я не знаю, будет ли он снимать дальше. Ну, посмотрим. Итак, мы скачиваем скрипт. Скрипт я уже скачал. Скачиваем Game Guardian от Фокса. Вот. Читы его, если что. Вот, скачиваем Fox GG. Вот, Fox Virtual. Короче, скачиваем вот это. Скачиваем обязательно. Потому что если у вас нету рута, то вам придется использовать Virtual. Если у вас есть рут, то у вас никаких проблем не должно быть. Просто скачивайте Game Guardian, скрипт делайте, и все, и принимаете свой рут, и все, у вас все готово. Так, устанавливаем виртуалку от Фокса. Так, я покажу потом, что дальше делать. Так, скрипт нужно кинуть в папку, чтобы найти в папке как раз таки, чтобы было легче найти. Сейчас зайдем. Итак, мы, короче, заходим в ESP-проводник или какой другой угодно проводник, какой у вас есть. Я обычно так делаю. Мы заходим, короче, загрузки. Загрузки. Сейчас пойду. Вот, заходим на download, это загрузки. У вас должны не быть. Так, потом ведем вниз. Тут нам нужен скрипт. Смотрите. Вот у нас появился скрипт. Вот у нас и Fox Virtual, Fox GD Virtual, Fox Game Guardian Virtual. Вот. Вот этот скрипт мы кидаем в какую-то папку. Я кидаю обычно какую-то папку, чтобы найти скрипт быстрее. Так быстрее он находится. Вот папка. В общем-то, сюда кидаем. Вставляем сюда. Да, вставляем. Мы вставили. Вот. Вставили, молодец. Кстати, кто знает вот это аниме, то плюс этот в комментарии. Ну, просто так. Так, ну, в общем-то, мы установили скрипт. Теперь мы заходим в виртуалку. И, собственно, заходим в виртуалку. Заходим в виртуалку. Все разрешаем. Так, это тоже разрешим. Пофиг. Так, нажимаем вот на эти 6 точек. Добавить приложение. Добавляем Hyte Online. И, собственно, сейчас новая версия. Надеюсь, у меня все будет работать. Потому что он видос здесь назад снимал. В общем-то, да. Итак, вот Hyte Online мы добавили. Теперь добавляем как раз таки Game Guardian, который мы, кажется, в конце был. Так, нашли. Установили. Молодцы, молодцы, все. Запускаем Game Guardian. Я знаю. Разрешаем. Это все нужно обязательно разрешить. А то вы не сможете запустить скрипт. Так, про это я забыл. В общем-то, выбираем для взлома 32 бит. Спасибо, котик, да, ребятки? Ними ты уже не жди. И хотя нам немного жаль, конечно, впереди скатертью стелится и упирается прямо каждому верится, катится голубой. Может, мы обидели зря. Закроет этот ass. Приключением спешим, друзья. Эй, прибавь-ка семен. Скатертью latex gloves стелится и упирается прямо in my ass.